Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Давно я не записывала видео, все ждала какого-то события. И вот, наверное, сегодня появилось такое событие. Я вкратце вас с ним познакомлю. Это Новый год по индийскому календарю, по лунному их календарю. Поэтому всех, кто связан, из моих знакомых причастен к этому празднику, поэтому я вас поздравляю с новым вашим годом. Ну, а всем остальным я просто кратенько расскажу, что да, это традиционный и очень важный индийский праздник, который знаменует победу добра над злом, победу света над тьмой. И согласно древнеиндийскому эпосу Рамаяна, в котором бог Рама одержал победу над царем демонов Раваной, а на санскрите Дипак и Вали переводится как линия лампадок. Ну, мы знаем, почему Рама победил Равану, потому что Равана настолько бывал очень таким с большим эго, которое его заставляло, то он прямо хотел, чтобы бог Шива жил на его острове Ланки, то теперь, видите ли, ему понравилась жена Рамы Сита, и он ее все-таки умудрился украсть и перенести на свой остров Ланку. Но оказывается, Рама победил Равану и отрубил ему все его 9 голов. Ну, вот такая небольшая история, вступление к нашему разговору. И поэтому, если у всех есть эго большое, а у нас есть, да, амбиции, и оказывается, что заболевания сердца связаны в основном с тем, что люди очень много трудятся, и они считают, что они имеют право делать всем замечания, всех поучать и командовать всеми. А еще иногда и даже жаловаться, что как-то так, я для них тружусь, а они для меня ничего не сделали такого хорошего. Да, поэтому давайте, чтобы наши сердца были открытыми, были добрыми, будем жить в согласии с самим собой и будем снисходительными к другим, потому что наше дело с вами совершенствоваться. А так, в основном мои подписчики – это люди ищущие, это люди-искатели, поэтому будем учиться, как себя самого учить. Ну, все мы, говорит Евгений Онегин, учились чему-нибудь и как-нибудь. Ну, естественно, если молодое поколение меня смотрит, и если вы студенты, ну, тогда хвала вам и честь, что вы прислушиваетесь к разговору опытного человека, который только, скажем так, где-то 70 лет, вот, стал настоящим таким искателем и получил большой бонус от жизни, потому что все-таки получил самореализацию и теперь понимает, что значит эта самореализация. Это когда ты вот поставил какую-то планку, и когда ты до нее потихонечку дошел, хотя было много препятствий. Пытался кто-то увести в другую сторону от этого желаемого результата. И если вы победили себя, тогда вы большие молодцы. Ну и я считаю, что мы, а я считаю, что мы — это не только это тело, а это и душа, и дух в этом теле, дух жизни, который в ноздрях, и дух, который
дает возможность ощутить божественную любовь, прикоснуться вот к этому живому, неиссякающему источнику энергии света. Итак, мои хорошие, что значит стать для себя учителем? Ну, учитель, естественно, учит кого-то, да? Все мы с вами прошли эту школу, школу получения образования. Но ведь мы же знаем, что учителями самого раннего детства являются для нас наши родители, наши близкие. Затем учителями для нас и становятся наши друзья, потому что мы учим общаться, мы учимся дружить. И поэтому вспоминайте свои баталии детские и прощайте всех, с кем вам приходилось прямо драться, доказывать свою правоту или словами, или даже кулаками. Бывало и такое. Поэтому из полученного опыта мы потом в другой ситуации уже вели себя скромнее, тише, потому что знали, что за что боролись, говорят, на то и напоролись. Вот, можно иногда схлопотать по какому-нибудь участку нашего тела, да, ну хорошо, если ниже пояса, ну а если не в бровь, а в глаз, то это, конечно, бывает очень-очень больно. Поэтому попросим прощения, если мы кому-то случайно когда-то заехали в глаз, потому что мы же учимся и хотим стать вот такими прямо хорошими, добрыми, чтобы высшие силы посмотрели на нас сверху, с небес, и поняли, что да, этот человек уже чего-то заслужил, чему-то научился. И тогда начинают нам давать бонусы. Ну как же стать себе учителем? Вот вчера я была на медитации, и мы разговаривали между собой, кто как пришел в эту йогу. По-разному, разные пути. Вот, например, у женщины, которая сидит перед вами, этот опыт, который был все-таки с детства, и когда, наконец, хотя рядышком где-то была эта спонтанная йога, но ты к ней не приходил, потому что тебя, наверное, не подпускали какие-то другие дела или не пришло время. И вот теперь, когда пришло время, если ты всего только полтора года в йоге, а кто-то 30 лет в йоге, поэтому, конечно, еще дел непочатый край. Еще учиться и учиться, чувствовать на кончиках своих пальчиков вибрации. И ведь поэтому мы можем с вами определить не только состояние своих чакр, но и состояние чакр другого человека. И понимать, стоит ли с этим человеком заводить разговор о высоких материях, или он еще не готов. Итак, мы назвали с вами наших учителей, да? Ну, вспомним еще школьных учителей. Вспомним институтских преподавателей, да? Вспомним наших коллег, с которыми мы рядышком друг с друга локоть к локтю трудились на своей профессиональной ниве, потому что наши коллеги тоже для нас учителями, естественно, всегда были. И даже наши близкие, вот, наши люди, которые приходят в наши семьи, невестки, зятья, они тоже учатся вместе с нами находить общий язык, притираться друг к другу. И это наука очень важная, потому что говорят, что не один пуд соли нужно съесть, чтобы узнать человека. И, естественно, нашим учителем есть наша интуиция, ангел-хранитель, который нам кажется, что вот у нас мысль промелькнула, и мы начинаем
следовать этой мысли. А эта мысль не просто так промелькнула. Или не просто так мы услышали мельком где-то там слово, которое кто-то сказал. Мы все должны принимать во внимание. Ну, можно завести дневник своего совершенствования, потому что это помогает галочки ставить в отношении того, что ты приобрел, к чему ты прикоснулся. И дальнейший путь тоже тебе будет легче избирать, легче искать. Ну, вот хочется, например, сказать, что, конечно, если у человека сильная воля, сильная самодисциплина, тогда он может достигать в своем обучении самостоятельном много полезного для себя. То есть и становиться мудрее, становиться сильнее и научиться прощать других. Потому что если ты сам научился себя понимать, самого себя понимать, что тебе полезно и что тебе не идет на пользу, тогда ты, конечно, можешь и посоветовать другим. Но опять же, если человек сам себя не заставит или от плохой привычки отказаться, потому что это же все иллюзия, это все театр, это все роли, которые нам предлагают. То ли мы выбираем между светом, то ли мы выбираем между тьмой. Поэтому, мои хорошие, давайте будем все-таки умные, мудрые. Ну, хорошо, что есть такие вот молодые люди, которые, ну, скажем так, родились уже как старички. Вот они в свои 11 лет понимают то, что кто-то только к 63 годам, например, приходит в своем понимании. Итак, будьте требовательны к самому себе. Учитесь доброму, потому что столько цитат в наши головы вложили. Очень хорошие. И человек должно быть все прекрасно. И одежда, и лицо, и мысли. И столько много пословиц и поговорок на эту тему есть, что только диву даешься. Как же ты не обращаешь внимания на то, что все-таки увидел какой-то плохой пример, кто-то сделал. Так сделай же для себя вывод и не повторяй ошибки. Потому что зачем на своих собственных ошибках учиться? Ну, можно раз там споткнуться. Да, если опрометчиво поступить. Но давайте будем все-таки стараться идти без спотыкания. Ну, что еще значит быть самим себе учителем? Это брать на себя ответственность за активное планирование собственного жизненного курса. И не винить своих учителей, не винить систему образования, что, видите ли, учебники там плохие, что учителя плохие. Нужно собственную ответственность иметь за свое обучение. Ну, чего же тебе не хватает иногда в жизни? И вдруг тебе снится какой-то сон. Ты понимаешь, что ты сдаешь физику в университете. И ты понимаешь, что ты филолог, совершенно не можешь сдать физику. Но потом до тебя приходит понимание со временем. Ну, пускай этот сон приснился лет 10 назад, 15 назад. Но ты понимаешь, что есть такое понятие физика веры.
И вот по вере нам и воздается. Поэтому давайте будем верить в самих себя и будем знать, что все нам по плечу. Главное, если слушать свой внутренний голос, слушать подсказки, которые нам поступают через сновидения, через фразы совершенно посторонних людей, которые иногда бывают нами услышанными, а случайностей никогда не бывает. Ну, вот однажды утром одна моя знакомая услышала приглашение на получение второго высшего образования. Ну, просто слушала радио, просто рано встала, просто готовила детям завтрак. И тут объявление, что идет набор на второе высшее образование. Вот это, оказывается, иногда и вам бывает подсказочка, что пришла пора повышать свой уровень. Поэтому обращайте внимание на подсказки. Я это твержу в своих видео уже не один раз. И, конечно, для начала измерьте уровень своего образования, насколько вы сам себе учитель. Потому что планка йога очень высокая. И лучше, чем один из современных, лет 100 назад, если брать во внимание, что лет 100 это все-таки не такой большой отрезок времени. Ну, лучше не скажет, что кто истинный учитель для самого йога. Что должен йог знать? Кто такой настоящий йог? Йог – это тот, в ком все качества отражены, что он не причиняет никакого зла, он не боится других, и кто также свободен от восхищения, как и от тревог и от страхов, кто чист, продуктивен на работе, но свободен от нее. То есть ты делаешь дело свое, но ты просто наблюдаешь за этим делом и не ждешь от того, что ты провел какое-то супер мероприятие на очень высоком уровне, что ты оформил красиво зал, что ты хорошо подготовил детей, они красиво сыграли свои роли, а ты ждешь, что вот, пускай мне прямо за то, что я так красиво трудился, пускай меня теперь же и каким-то образом отметят. То есть настоящий йог, настоящий учитель сам себе, он просто делает дело и просто наблюдает. Он не ждет никаких похвал в свой адрес. Итак, настоящий учитель – это тот, кто отказывается от последствий своих действий, как хороших, так и плохих, кто одинаково относится как к друзьям, так и к врагам, кого не трогает как уважение, так и отсутствие его, кто не гордится похвалой, но также и не впадает в отчаяние, если о нем говорят плохо, кто любит тишину и одиночество, и кто обладает дисциплинированным умом, кто встречает без страха трудности и смерть, кто с уравновешенным спокойным умом идет по полю боя или же отправляется на казнь, и чей дух настолько радостный, что даже при раскатах грома он спокойно засыпает. Вот, мои хорошие, вы услышали?
Какими качествами должны обладать мы с вами, сами себе учителя? Поэтому планка высокая. Давайте будем стремиться к ней. Вырабатывать себе качество настоящего. Йога. А йог – это тот, кто непосредственно бывает во время медитации, связан с божественной вселенской любовью. И не только во время медитации, но и даже в быту. С вами была Надежда Николаевна. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень нравится на них отвечать. Всего вам доброго!